Эстер Барант, нидерландская художница. Родилась в Эйндховене, Нидерланды, в творческой семье. После нескольких лет учебы она переехала в Париж, но затем вернулась в страну и поселилась в Амстердаме, однако в конце концов вернулась домой и начала карьеру дизайнера ювелирных изделий. Несколько лет Эстер изучала искусство в Академии искусств в Турне, Бельгия, где она в настоящее время живет и продолжает рисовать. Эстер описывает свою 10-летнюю художественную карьеру как неопределимую потребность рисовать, которая имеет важное значение для ее жизни. С помощью акриловой краски она исследует человеческую форму и переосмысливает женскую фигуру выразительными мазками и цветом. Взрыв современных текучих мазков кисти передает очень личное чувство свободы и независимости. Эстер развивает свои портретные образы вокруг конкретного силуэта, который выглядит как сгусток энергии из цвета и линий. Уверенные мазки рождают красивые экзотические переходы оттенков и форм, позволяют ей отразить на холсте свою мысль. Абстрактные картины Эстер – это не презентативные композиции, которые она описывает, как невысказанный сложный внутренний мир, который можно выразить только кистью и цветом. Картины Эстер Барант находятся в художественных и корпоративных галереях и частных коллекциях Бельгии, Германии, Нью-Йорка, Люксембурга, Амстердама, Парижа и Токио.